Прошлые прегрешения тают без следа, когда мы смотрим в будущее. Для нас нет ничего невозможного. Это обновление «Новая заря». В новой системе предметов более 100 уникальных способностей карт и самоцветов. За добивание противника будет даваться золото. Тратьте его на улучшение 3 новых характеристик – ловкости, жизни и интеллекта. Повышая эти характеристики, вы нарастите свою мощь и сможете использовать карты и самоцветы с уникальными способностями. В новой системе карт будет и новый конструктор. Вы сможете собрать из карт и самоцветов колоду под ваш стиль игры. Игровой процесс тоже изменился. Мы ускорили атаки героев, переработали систему ресурсов и увеличили темп игры в целом. Парагон стал гораздо динамичнее. В новой системе мастерства у игроков будет больше возможностей поднять уровень своего героя и получить награды. Стремитесь к мастерству и получайте дополнительные образы, насмешки и короны. Ну а долгожданные, переработанные Игги и Жгун уже в игре. Даже Громила решил поучаствовать во всеобщем веселье. Это самое крупное обновление в истории игры, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Это «Новая заря» для Парагон. PS4 for the players.